Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас русский язык, и сегодня у нас очень интересная тема – лексико-стилистические ошибки. Речь мыслится нами как некая абстрактная категория, которой мы пользуемся каждодневно. Но, тем не менее, именно она нас определяет как людей воспитанных, как культурных. Именно нас слушают другие люди – по тому, что мы говорим, как мы говорим, о нас судят. Запишите, пожалуйста, сегодняшнюю тему. Сегодня у нас тема «Лексика. Стилистические ошибки». Итак, Алишер Наваи, публицист, ученый, поэт, сказал такие слова. Язык является духовной сокровищницей замком, а слово к этому замку ключом. А Дмитрий Сергеевич Лихачев, также публицист, литературовед, ученый, сказал так. Наш язык – важнейшая часть нашего общего поведения в жизни. И по тому, как человек говорит, мы сразу и легко можем судить о том, с кем имеем дело. Сегодня наша цель научиться увидеть эти ошибки, научиться останавливаться, когда нужно, не использовать эти ошибки в нашей речи. Давайте вспомним, что же такое культура речи, что же такое стиль речи и что такое стилистика речи. Итак, стиль речи ⁇ это система речевых средств, которые используются в какой-либо сфере общения а также разновидность литературного языка, который выполняет какую-либо функцию в общении. Да, мы знаем, что у нас не есть несколько стилей речи. Это книжная, это общеупотребительная. Книжная ⁇ это научная, научная речь, это публицистическая, это официально-деловая и сама книжная речь. Стилистика ⁇ это учение о стилях речи, средствах языковой выразительности и условиях использования их в речи. И культура речи. Куда мы из нее? Культура речи ⁇ это раздел языкознания, изучающий практическую реализацию речи, норм литературного языка. И сегодня наша главная задача и наша цель ⁇ это воспитание культуры речи. Тем самым мы уважаем себя, мы уважаем окружающих нас людей. Давайте определим, какие же виды стилистических ошибок. Мы знаем. Итак, это речевые ошибки и это стилистические ошибки. Чем же они отличаются? Речевые ошибки ⁇ это нарушение установленных норм литературного языка в употреблении слов и их форм, в построении словосочетаний и предложений. То есть это те ошибки, которые имеют грамматическую основу. Например, мы используем ошибки в произношении. Мы говорим конечно, а нужно конечно. Мы говорим почти. А, о見... а должны сказать почти. Мы говорим платит, а должны сказать платит. Иногда мы говорим электрически, а должны сказать электрически. Мы говорим коридор, а должны сказать коридор. Мы говорим вместо тысяча тысяча. Должны сказать сейчас, а говорим сейчас. Ударение. Мы говорим звонит, а должны ведь сказать звонит. Мы говорим диалог, а мы должны сказать диалог. Мы говорим Договор, а должны сказать договор. То есть вот эти речевые ошибки мы тоже должны устранять в нашей речи. Но сегодня у нас тема касательно лексико-стилистических ошибок. Очень интересная тема, ребят. Употребление неуместных в данном стиле языковых средств. Это нарушение требований ясности, точности, краткости, выразительности и богатства русского языка. Ну, кстати, я бы сказала, что это касательно не только русского языка, но и всех других языков узбекский в том числе. Итак, например, мы используем паронимы, и часто мы их смешиваем. Например, мы смешиваем слова, близкие по значению. Он обратно прочитал книжку, а мы должны сказать, он опять прочитал книжку. Смешение слов, близких по звучанию. Мы говорим «экскаватор» и мешаем с эскалатором, но это разные понятия. Экскаватор – это некая машина, которая роет землю, а эскалатор – это лестница, которая работает на электричестве и поднимает нас в метро. Например, индианка и индейка. Индианка – женщина, которая живет в Индии, а индейка – это птица, которая выращивается на ферме и которую часто мы кушаем на Новый год. Например, смешение слов близки по значению и звучанию. Например, абонент и абонемент. Абонент – это человек, которому мы звоним, а абонемент – это Обычно билет, который мы покупаем, чтобы использовать э, в каком-нибудь спортивном комплексе. Например, вот такие у нас примеры. Касса для командировочных. Командировочные ⁇ это э, зарплата, которую должны заплатить людям, отправленных в командировку. Здесь нужно использовать командированные. Например, сломленная челюсть сильно болела. Челюсть не может быть сломленная. Это дух может быть сломленный. А челюсть может быть сломанная. Дальше, какие у нас ошибки? Нарушение правил смыслового согласования слов. Через приоткрытую настежь дверь. Это совершенно неправильно, потому что приоткрытая имеется в виду чуть-чуть открытая. Настежь имеется в виду хорошо распахнутая дверь. То есть здесь встречается Несовместимые понятия совершенно. Например, смешение разностелевых элементов, злоупотребление иноязычной лексики. Студент не был бы на занятии так, как запрограммировал пойти на прием к врачу. Совершенно неверно. Мы не можем запрограммировать, мы не компьютеры. Мы можем запланировать какое-нибудь мероприятие. На самом краешке причала стоишь ты голову задрав. Если начало предложения все таки это поэтические слова, то голову задрав вдруг из просторечной лексики. На набережной двинулась кавалькада автомашин. Кавалькада предполагает э, некая вереница всадников на лошадях, либо на конях. А здесь можно было бы правильнее, уместнее даже использовать слово э, колонна автомашин. Использование плеоназмов и тавтологий. Плеоназм – это словосочетание, в котором значение одного компонента целиком входит в значение другого. Что это значит? То бишь, это такие слова, как масло масляное, май месяц, очень малюсенький, адрес места жительства, огромный мегаполис. В чем же ошибка? Огромный мегаполис, слово мегаполис – это город очень-очень большой. То есть и так предполагается, мы говорим о очень большом городе поэтому слово «огромность» здесь лишнее. Например, «адрес места жительства» – это синонимы. «Очень малюсенький» – «малюсенький» предполагает некое количество, совершенно маленькое. «Май месяц» – это и есть месяц. Тавтология – это словосочетание, члены которого имеют один корень. Не, не нужно использовать слова с одним корнем в одном предложении. Например, «задали задание» лишнее. Этот случай случился совершенно некрасиво, желая долгого творческого долголетия. Некрасиво построено предложение. Нужно находить синонимы, нужно изменять предложение. Например, желая долгого творческого долголетия, хорошо было бы использовать, изменить на желаю долгого творческого пути, долгого творческого, долгой творческой жизни. Этот случай произошел, задали упражнение и так далее. Ну и что мы чем грешим действительно часто, это употребление слов паразитов. Вот так, так сказать, значит этого, того и так далее например ну вот мы с мамой решили значит испечь папе праздничный пирог вот эти слова ну вот значит они конечно совершенно лишние было бы правильнее сказать мы с мамой решили испечь папе праздничный пирог фразеологические ошибки пока суть додела вместо пока суд додела терпеть не могу сидеть сложив руки нужно говорить сложа руки нельзя же все делать сложив рукава Совершенно правильно, надо сказать, спустя рукава либо сложа руки. Сегодня мы будем говорить о фильме от корки до корки. Невозможно посмотреть и фильм от корки до корки, и говорить от корки до корки. Это о книжке мы можем сказать, потому что там есть корки, у фильма этого нет. Итак, посмотрите, пожалуйста, на это упражнение. Попробуйте его выполнить сами. В ледяной холод и стужу Павел работает на стройке. А как должно быть правильно? Совершенно верно. Ледяной холод. Холод и так ледяной. В холод и стужу Павел работает на стройке. Сегодня у нас в гостях гость из Ташкента. В гостях гость. Как можно изменить? Сегодня к нам приехал гость из Ташкента. Я уйду как француз по-английски. Француз по-английски? Как так может быть? Я уйду, не прощаясь, по-английски. Те, кто обладает детьми и внуками, знают, что дети любят больше смотреть телевизор, чем читать книги. Здесь лишнее слово обладают. Те, у кого есть дети и внуки, знают, что дети любят больше смотреть телевизор, чем читать книги. Игрушка была сделана из желтого искусного меха. В чем ошибка? Конечно же, искусного меха. Нужно изменить. Нужно сказать вместо искусного искусственного меха. Домашнее задание ⁇ упражнение 147, 155, 157. Однако, прежде чем вы выполните эти упражнения как домашние, я вас прошу выполнить другие упражнения этого параграфа, но уже устно. А было бы прекрасно, если бы вы еще и записали их, тем самым закрепив нашу сегодняшнюю тему. Спасибо за урок. Надеюсь, вам сегодня понравилось и было интересно. До встречи!